Всем привет! Сегодняшнее видео будет об аквариуме кубики, который стоит у нас на подоконнике. Объем его 30 литров, как вы помните. Здесь живут у нас гуппи, различные сомики, также гурами. Помните, мы пересаживали их сюда. Извините, что не было долго видео. Был я в отпуске, в общем, особо некогда было снимать. Ну, аквариуме я все равно занимался. Как помните, вот в этом аквариуме как раз стояли стаканчики. В них росли у нас аквариумные растения. Переставил я стаканчики в совсем другой аквариум. Позже сниму видео об этом. В общем, наш, видите, кубик очень сильно изменился. В последнем видео я показывал, что засыпал сюда грунт пропант. В общем, засадил я сюда валиснерию. Посадил я буквально сюда 4 или 5 вот таких росточков небольших. Теперь их здесь наполовину аквариума. Уже я их отсюда выдираю. Потому что на эту сторону я приобрел такую коряшку красивую в зоомагазине. Обошлась она мне, конечно, недорого. У нас в зоомагазинах их продают по весу. В общем, эта коряшка мне вышла в районе 150 рублей. Килограмм коряги вот такой стоит у нас, по-моему, 1900. Ну, примерно, в общем, она была, наверное, около 100 грамм. Сразу она утонула, как я только поместил. Ну, немного, конечно, она отрывалась от земли, от грунта, то есть. Ну, все равно сразу она всплыла, не всплыла, то есть. Также я засыпал сюда немного еще пропанта, купил я примерно 1,5 килограмма. Как вы помните, в прошлых видео здесь было не очень много его, засыпал я его еще сюда, добавил, в общем, такого же пропанта. И хочу сказать об этом грунте, вот видите, как хорошо развивается корневая система, вот прям здесь, у края стенки аквариума, видно. Вот буквально вот это вот, получается, выросло все. Получается, наблюдал я за этими отростками. Это все выросло буквально за неделю. Вот видите, еще один пустил. Вот скоро он укоренится тоже. В общем, еще что произошло в этом аквариуме нового. Появились здесь другие сомики, которые называются коридорсы пигмеи. Посадил я их здесь в количестве примерно 6 штук. Не примерно, 6 штук я их покупал. Вот так они выглядят, эти сомики. Также, как помните, здесь жили гурами. Гурами я самых больших пересадил в аквариум на 140 литров, который. Сейчас они живут там. Как вы знаете, наверное, все, то, что гурами мальки развиваются неравномерно. Какие-то быстрее, какие-то медленнее. В общем, самых больших уже им было места мало. Потом я их позже покажу. Аквариум на 140 литров, еще будут видео про него. Посмотрим, что там происходит. Тоже есть небольшие изменения там. Покажу, все расскажу. Также вчера делал прополку в аквариуме на 30 литров, который стоит по соседству. Посадил сюда для эксперимента. Вот Людвигию, как видите. Вот она, это Людвигия. Один росточек, посмотрим, как он пропанте будет расти. Если он себя хорошо поведет в пропанте, высадим все растения в том аквариуме, который у нас прямоугольный, на 30 литров. Все аквариумные растения высадим в грунт, также там такой же пропант, добавим еще туда немного, килограмм 1,5-2 пропанта, и будем наблюдать за тем, как они будут расти. В общем, по освещению осталось все то же самое. Также еще я здесь поставил мелкопористый поролон, вот как видите, вот так он здесь стоит, наверное, буквально, может быть, неделю или меньше, даже, может, не 5. Решил провести эксперимент. Ну, вода, как видите, здесь кристально чистая, чистое все. Освещение то же самое стоит, в планах приобрести что-то посерьезнее, не обычный прожектор, а что-то купить специально для аквариума. Также здесь уже пора делать опять прополку, вот видите, растения размножаются, это валиснерия, скоро она тут заполонит аквариум. Даже, видите, листочки загибаются. Уже она такая длинная, что уже вот, видите, листочек, край листочка загибается вовнутрь. Очень хорошо она здесь себя чувствует, эта валиснерия. Хотя в других аквариумах почему-то она у меня плохо растет. Не знаю, с чем это связано. Наверное, просто грунт не был подходящим. Так, по рыбкам я, по-моему, все рассказал. Так что, у кого какие вопросы остались, задавайте, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.